Сложно назвать другого историка, вокруг книг которого сломано столько копий и было столько дискуссий. Этот поистине титанический труд завершился летом 2013 года выходом четырехтомника «История крымских татар» объемом 3200 страниц. Книга вышла при финансовой поддержке Ленура Ислямова. Когда Валерий Евгеньевич презентовал эту книгу, эта презентация произошла напротив Совмина, вот этот вот дом профсоюзов, дом «Украинский театр» на площади Ленина в Симферополе. И вот такая вот презентация прошла, книги были розданы, и они уже пошли в народ. На следующий день Могилев собрал и всех историков. Вы такую вашу мать там, вы там, вот татары здесь уже свою собственную историю создали, а вы, где наша история Крыма? Чтобы вы понимали, какой вот эффект разорвавшейся бомбы эта история произвела тогда, то, что у крымских татар появился четырехтомник их собственной истории, и вся эта история связана с Крымом. Те, кто живут в Крыму, уже давно помнят, что такие люди, как «Русское единство», вот это вот было, Шувайниковы, все вот эти вот Аксеновы. Шувайников после издательства буквально этой книги, они собрали какой-то костер, эту книгу пытались сжечь, там что-то такое. И они кричали, что эта книга коверкает историю Крыма. Ну, понятно, что ту историю, которую хотели написать русские, она, конечно, не укладывается в их русскую модель мира Крыма, которую они начертили для всех народов в этом сталеплавильном катке, или в этой тюрьме народов, или проще сказать. Мне позвонил какой-то следователь из какого-то комитета, какого-то района, Симферопольского района, и сказал, что мне нужно приехать. Я спросил, по какому вопросу. Он говорит, открыто дело по факту напечатания книги вами. Там. Я говорю, в чем-то вопрос есть? Он говорит, да, вам надо приехать, мы вам вручим документы, в чем вы обвиняетесь. Я, естественно, отправил юристов, ездили туда юристы. В итоге это дело ничем не завершилось, но это очень было так очень символично. Читайте эту книгу обязательно, и обязательно держите ее дома, и давайте почитать своим друзьям, родственникам, а особенно детям. Дети должны читать. Понятно, что это там не детский труд такой, но хотя бы выдержки обязательно. Или смотрите телеканал АТР, обязательно на телеканале АТР увидите. Мы делаем видеоврезки именно из книги, из определенных цитат, исторических личностей, людей, которые в этой книге присутствуют. Предлагаю вашему вниманию отрывки из интервью Валерия Возгрена. Оно состоялось летом 2013 года, вскоре после выхода книги накануне торжественной крымской ее презентации. У меня была мысль, чтобы мы встретились в более широком кругу, кругу историков. Но, к сожалению, вот ваш такой очень близкий по времени отъезд не позволит это сделать. Но, тем не менее, я думаю, что поговорить по ключевым, по узловым моментам истории Крыма и крымских татар, поскольку Крым и крымские татары – это неотъемлемые, да, такие два слова, да, две части, у нас, я думаю, получится. Но уже возникли некоторые первые дискуссии, да, что называется, по этногенезу крымских татар. Я думаю, что самое время, чтобы сам автор коротко, емко обозначил, что же на самом деле он хотел сказать, и действительно ли были вот какие-то такие моменты, на которые указывали, недовольные оппоненты, и что вообще вот вы об этом можете сказать, этногенез крымских татар.
Я должен сказать, это моя точка зрения, что, во-первых, нужно всегда помнить одну вещь, что Крым никогда не был пустым. Это великолепный уголок земли, который всегда был не просто заселен, он был плотно заселен. Не было такого времени, чтобы Крым был пустым. И первые племена, народы, о которых нам что-то известно из античных авторов, потому что у них не было письменности даже у самих первых крымцев, это были тавры и кемерийцы. Но это были не первые они на самом деле, это первые известные нам. Они имели предшественников, они имели, это были или предки, или они пришли, тавры и кемерийцы. Это, в общем, тяжело сказать. Ну, скорее всего, кемерийцы пришли народ. Но то, что до них еще был коренной народ Крыма, который мы даже по имени не знаем, это факт. И все остальные, вот о чем я буду говорить, все остальные мигранты, иммигранты, которые входили в Крым, привлеченного великолепной природой, климатом и так далее, они входили в Крым, и из Крыма никто не уходил никуда, потому что добра не ищут. Они все оставались здесь, сливаясь с основным пластом коренного населения. Вот это я хочу подчеркнуть. Угу. То есть, еще раз, ни тавры, ни кемерийцы не были первыми здесь. Угу. А потом уже пошли все новые и новые, и новые. Там уже были и половцы, и скифы были. Там очень много было племен. В основном это были кочевые племена. Кипчаки, очень, очень важно это подчеркнуть. Далее, из европейских стран, это все из Азии. А из Европы или севера европейской части будущей России. А что касается остальной Европы, то это были греки, это были римляне, которые приходили, строили свои крепости, жили какое-то время в Крыму. А потом они никуда опять-таки не уходили. Они растворялись в этой массе, на этой почве, на этом фундаменте первоначального населения Крыма. Они оставались здесь, приходили все новые и новые. Ну, а когда этногенез именно крымцев или крымских татар можно говорить, это, наверное, века 12-13. Это уже было господствующее, было еще и до того было господствующим, очень были распространены тюркские языки. Причем тюркские языки были распространены задолго до того, как тюрки пришли, азиатские тюрки. Потому что мы знаем, ряд топонимов есть, вернее, гидронимов. Вот залив назывался Богаз, это же тюркское слово, это было еще до них. То есть здесь очень давно были тюрки. И они были, правда, не единственными. Но потом, когда уже шла большая волна, вот как называют монголо-татары, это, конечно, их становилось все больше и больше, вплоть до того, что язык стал первенствующим или главенствующим, наиболее распространенным. О этом языке давно сказано, что уже в 12-13 веке этот язык, это сохранились, во-первых, это прозаические произведения, поэтические произведения, ну там их несколько, крупных таких, два очень крупных. А также такой документ, вернее, не документ, а источник, как кодекс куманикус. То есть это кодекс куманов. Куманы – это вот эти вот одни из азиатов, которые пришли в Крым. И ряд современных ученых, в том числе вот из Единого, я очень, очень мной уважаемый автор, они пришли к выводу, вот исходя из этого кодекса, они пришли к выводу, что вот эти давние, ну практически чуть ли не первые тюрки, они уже говорили на языке, который близок к среднекрымскому диалекту, современному. То есть уже язык тогда был, это уже ближе к 14 веку. Подходим. Ну, а, как известно, этногенез начинается с того, что собираются актеры будущей драмы, вот этой этногенеза, в положительном смысле, физически, антропологически, они собрались в одном месте. Это первый этап. А второй крупный этап – это осознание себя особым, самостоятельным этносом. Вот это уже, пожалуй, в веке в 14-м. Что крымцы поняли, что они – люди Крыма, у них один язык, у них единое управление, у них разработанная это система. Это было, по-вашему, до образования Крымского ханства? Это было до образования Крымского ханства.
Вот это осознание уже было. А фактор принятия ислама, как вы считаете, здесь сыграл какую-то роль? Принятие ислама, конечно, сыграло свою роль. Потому здесь, опять-таки, у меня есть оппоненты, которые считают, что в Крыму ислам появился очень давно, он пришел напрямую с юга. Но многие авторы, которые очень, очень авторитетные авторы, главное, что они постсоветские, они современные авторы, они, в общем-то, то точки зрения придерживаются, что ислам пришел в Крым со стороны Волжских берегов, вот оттуда, с Каспийского моря, с Кавказа. В общем, он пришел с востока, а не с юга. Крымское ханство. Вот по-вашему, опять-таки, очень большими мазками, что это было за государство? Ну, понятно, советская и российская историография уже нам рассказали, да, что это было разбойничье государство, ну, и так далее. Мы это все, все эти мифы мы знаем. Начало, расцвет, закат и падение. Вот как вы считаете, это все закономерные пути? Я бы не сказал закономерные, потому что я противник детерминизма исторического. Я бы сказал, что это нормальное развитие нормального государства. Ничего особенного в нем не было. Что же касается всех этих набегов, то, о господи, крымским татарам как до неба, до тех же крестоносцев, что они вытворяли, и что они, как они людей мучили. Вообще не стоит об этом даже говорить. И более позднее. Их можно сравнить разве только с казаками. Вот это да, вот взаимные набеги, а также дружба временами и сотрудничество было. Вот это более корректное сравнение. А говорить, что они там разбойники, боже мой, эти рыцари, их так и называли, рыцари-разбойники, вся Европа была переполнена. Но об этом не будем, вы правильно сказали, это уже, эти мифы, это уже от них уже голова болит. А что же касается самого государства как такового, прежде всего я должен сказать, что государство это по ряду причин после двух первых ханов попало в зависимость от турок. Опять-таки сложный вопрос. Сложный вопрос. Часто говорят, что это была вассальная зависимость от турок. На самом деле ничего подобного не было. Крымские ханы были достаточно самостоятельны. Они самостоятельно часто определяли свои походы во всевозможных направлениях. Более того, они часто вели свою самостоятельную внешнюю политику, не озираясь на Стамбул, не оглядываясь на Адрианополь, где иногда находились султаны. То есть мы можем сказать, что это было покровительство, конечно. Это была взаимопомощь крымско-турецкая. Но называть их напрямую вассалами я бы, в общем, остерегся. Угу. Это было далеко не всегда. Были отдельные слабые ханы, да, действительно, они подчинялись. Но это были отдельные случаи только.